овсянки. Подруга научила, дала рецепт, вот и готовлю первый раз. Посмотрим, что получится. 3 столовые ложки молока, 3 столовые ложки овсянки и 1 яйцо. Правда, я не на молоке, а на воде делаю, но посмотрим, что получится. Ну вот, я перевернула свой блин. Какой-то лаваш получился. Интересно, теперь будет у меня такой хлеб. А то хлеб я совсем не ела, только черный. Сейчас заправим это фасолью вкусненькой. И что-нибудь мясного добавим. Наверное, курицу. Не знаю, насыпала кусочков курицы. И уже бобы почти готовы. Правда, бобы, подруга сказала, надо варить самой, а не из консервной банки, потому что там тоже полно всякого сахара. Ну, попробуем, зальем. Такого овсяно-блина, как... Ну, я бы сказала, это получилась яичница. Овсяная яичница с кусочками хлеба. Ну, в общем, такого я еще не ела. Первый мой блин. Вроде пока не комом, но он весь вот поломался. Сейчас посмотрим, загнется ли он. Хачапури в такой, как на картинке нарисован. Ну-ка. И выглядит так интересненько. Вот такой овсяно-блинный. Итак, сейчас попробую, что же получилось у меня тут. Овсяно-блин с курицей и бобами. Интересное сочетание. Итак, пробую. Непонятный, конечно, такой привкус этого блина. Как будто бы ты ешь, я не знаю как, размоченный хлеб с яичницей и плюс начинкой с курицей и бобами. Ну, надо привыкать к такой еде. Интересно. Блин, из овсянки это, конечно, я еще не пробовала. Сковородка, она сказала, должна быть антипригарная. Видимо, у меня такая. Опа! Так, перевернули. Чуть-чуть бы его. Немножко не дошел. А вот так мы его подвинем. Ну вот. Сейчас я это все намажу. Моим любимым сыром янтарь. Посыплю кубиками рыбки. И будет у меня новый вкус сегодня. Так, на тарелочку мы его выкладываем. И теперь надо намазать сыром. Пойдем на стол. А сыра-то у меня немного осталось. Мама все съела. Попробуем. Сколько есть. Будем надеяться, что будет вкусняшка. Вообще я люблю блины, обычные блины, вот так, с плавленым сыром и с красной рыбкой. Но обычные мне сладкие нельзя есть, видимо. А то организм запасается и все остается на моей талии. Так скажем, если это можно назвать талией. Ну вот, несколько кусочков рыбки. Получается как бы такой сэндвич с хлебом и с тем, что положишь внутрь. Красота? Сюда. Ох, этот кусочек не очень красивый получился. Надо же еще, чтобы красиво было. По-гурмански. Окей, едем дальше. Теперь мы его просто так сворачиваем. И получается такой красивый сэндвич с полезным хлебом из овсянки. Сэндвич с сыром и красной рыбой из овсянки. Красота. Ням-ням.
ням-ням-ням.